время для общения. Давайте, 10 минут. Привет, я сегодня прям заперископила весь эфир. Привет. Всем большой-большой привет. Надо ресницы накрасить, что-то у меня сзади они как будто съелись. Привет, всем очень-очень большой привет. Привет, Екатерина Рус. Дела нормально, слушайте, хорошо. У нас даже только что выпало чуть-чуть снега, 0,5 сантиметра. Он уже почти растаял, но все равно это вызвало такой душевный подъем, что хотя бы чуть-чуть зимы. Очень рада, что можете писать. Пишите скорее. Так. Тоже Брексин... Брекеты. Брекеты носите почти год. Я ношу брекеты с июня. Завтра сделаю ли я трансляцию? Завтра я пойду удалять гель с губ. Если я смогу после этого хотя бы что-то говорить, естественно, я ее сделаю. И расскажу свои впечатления, что как прошло. Ну вот. Так что посмотрим, как все пройдет. Надеюсь, что хорошо. Хотелось бы. Про косметику будет до 2016 года будет. Любимый десерт. Любимый десерт. В севере есть такой торт, называется полет. Вот. Я очень люблю. И десерты, не знаю, что-нибудь с ягодками, с кремом. Как зубки после отбельной болезненной процедуры? Процедура не болезненная, если съесть обезболивающее перед ее началом. И после у меня болело ровно один вечер. То есть на утро все было хорошо. Если кто сделает отбеливание, самый лучший способ – это не кушать кетонов или что-либо подобное, а прополоскать рот водкой или текилой. Действительно, сразу снимается вот эта чувствительность зубов, экстра чувствительность. Где суши покушать? Суши, джинджер, в Итали кафе и рибая. А, и джинджер, и джинджер. Ну все. А, мансарды еще неплохие. Карандаш для бровей. У меня нет карандаша для бровей, у меня тени для бровей. Сейчас Лора Мерсье. Степе привет. Степе привет. Ты красишь брови сама или в салоне? Крашу сама дома краской. Новый год со Степой, собакой, с кошкой. А обезболивание поможет, если делать губы? Конечно, поможет. Вам намажут мазь для того, чтобы она посильнее впиталась. Хорошо, чтобы вы накрыли какой-нибудь пищевой пленочкой. Посидите подольше, и все. Все будет не так болезненно. Роколор? Да, роколор. Хотя я не думаю, что, если честно, она самая лучшая, но просто уже так повелось, что я ей пользуюсь, и мне все равно. Что сегодня ела? Я сегодня ела бизнес-ланч, а утром на завтрак творог с медом. Скажи ногти. Каждый раз показываю. Девочки, не бойтесь, носите брекеты. Давайте что-нибудь новенькое начнем спрашивать. Тогда буду с радостью отвечать. Привыкла ли я к новому цвету волос? Да мне все равно, я вообще спокойно отношусь к такого рода переменам. Поэтому нормально. У меня даже рост 178, здорово, отлично. Вот, платежку. Я не риэлтор, я не знаю, в каком районе лучше квартиру покупать в Санкт-Петербурге. Давайте что-нибудь новенькое поспрашивайте. Не хочу уйти полностью в блонд вообще. Мне не удаляли перед брекетами зубы, не обязательно перед лечением удалять их. Я еще до лечения удалила себе два нижних зуба мудрости, верхний до сих пор есть. А в Дубае ни разу не была и что-то пока не очень. Сама вообще не хочу туда поехать. После 6, конечно, кушать. Если бы не ела после 6, я вообще бы от голода померла. Запоминающиеся путешествия, ой, да, это нужно отдельную тему делать. Про каждую страну отдельно рассказывать. Так перископ не уместится, особенно когда мы уже подъезжаем. Волосы страдают от краски. В целом, конечно, страдают, особенно от обесцвечивания. Любите Азию? Мне нравится Сингапур, Гонконг. Да и люблю Азию, да. Азия интересна. Как
как идет составление нового гардероба. Мне порой тяжело найти самую простую белую рубашку. Белую рубашку, конечно, очень тяжело найти, практически нереально. Составление нового гардероба проходит так, что я планирую в 2016 году отдам действительно много вещей. Какие-то, может, действительно выкину, которые стыдно даже отдавать. И хочу оставить минимум самый хороший, носибельный и красивый. Все. Завал вещей мне не нужно. У меня и так, я уже этим занимаюсь полгода, и у меня и так уже осталось немного вещей, хочу, чтобы было еще меньше. Как относишься к передним брекетам? Хорошо, замечательно. Так же, как и к линвальным. Я не знаю, какой у меня размер платья. Почему ты картавишь? Вот поражают такие люди. А если бы я так говорила от природы, это был бы мой недостаток, я бы прокомплексовала. Вы мне такое написали. Вы хотя бы думаете о последствиях своих слов, что, возможно, вы так кому-то пишете, а у человека комплексы разовьются. Не берите на себя такое гадкое дело делать плохо другим людям. Не пишите. Как найти свое предназначение? Сама бы хотела. Где она картавит? Ну, люди имеют в виду то, что у меня даже шепелявлю, и некоторые слова не могу выговорить, как раз из-за того, что у меня стоит лингвальная система, и не всегда легко с ней разговаривать, раз на раз не приходится. Что вкладываешь в понятие настоящая девушка? Ну, то же самое, что настоящий мужчина, настоящий человек. В данном случае вы намеренно имеете в виду такой типаж девушек, который меня вдохновляет или привлекает. Но это, конечно, ухоженные девушки. Быть ухоженной, на самом деле, большой труд. И то, что многие там считают, то, что это фу, или там дура этим занимаются. Нет, потому что в это много сил нужно вкладывать. Заниматься этим и действительно выглядеть хорошо каждый день, это очень-очень тяжело. Ну вот, приятные, воспитанные, не знаю. Стиль тоже можно приобрести, если его нету. Лучше старый фонд. Старый фонд тоже старому фонду рознь. Знаете, в каком-то пролёте гниют, а какой-то вообще будет стоять еще 600 лет. Ищите. Старый фонд просто дешевле. Ну да, сильно дешевле. Мы можем увидеть хорошую квартиру, в хорошем районе, недорого. Не знаю, Карину, не гай. Какую бы хотела марку машины? Ну, мне Мерседес нравится. Порш нравится. Привет. Я была в США, была в Нью-Йорке. Здесь Степа рассуждает там про квартиру. Почему такая обидчивая? Я не могу назвать себя обидчивым человеком, что за глупостью пишете. Тебя просто спросили. Господи, вот вы, походу, обидчивые, зачем вы это пишете? Если это вы написали про картавость и продолжаете все еще говорить это, то я советую вам задуматься над тем, все ли вы правильно делаете. Твой любимый момент Нового года. Новогоднюю ночь. Наверное, когда бьют куранты. Можно загадывать желания. Где у вас сделали разрез с привлечением груди? Как это место называется? Складка? Не знаю. Наконец-то я могу писать, ты вдохновляешь, хожу за собой. Спасибо большое. Да, я, кстати, прочитала в Инстаграм, что там люди хотят трансляцию в Перископ про грудь, и я ее могу сделать попозже, только сейчас пока не хочу. С показом груди. Ну, без показа. Да, ну просто я действительно понимаю, что многим не с кем об этом поговорить, поэтому я поговорю с вами об этом. Спасибо большое, Вера. Да. Там долго еще ехать? Еще 10 минут. Маша, скажи про пальто, пожалуйста, никак не могу найти себе хорошее. Про какое именно пальто? Вообще, в целом, пальто – это моя любимая одежда, потому что курточки кожаные в большинстве случаев холодно, у нас вообще такой климат, что курточки кожаные летом, как по мне, носить. А пальто может быть не только теплым, но и красивым. Не знаю, главное – материал в пальто, чтобы он был качественный и цвет, чтобы он вам шел. Да, Карепова Олечка. Ты смотришь профиль девушек, которые тебе лайкают в Инстаграм, или все равно? Не все равно, но я не смотрю тех, кто мне лайкает. И комментарии я не смотрю, кто их пишет, я отвечаю на слова. То есть я их читаю. На шубу с какого меха есть в гардеробе? У меня нет ни одной шубы.
Кстати, крем тональный с хорошим составом. У тональных кремов я состава не читаю. Господи, девушка, успокойтесь уже. Это все про картавость, человек не может успокоиться. Расскажите про спрос шубку искусственно светло красивую. Это шубка H&M, вы, наверное, имеете в виду. H&M, шубка из искусственного меха. Не знаю даже, что про нее рассказывать. Так. Сколько стоит основа от Лаприли, Ламер, около 6 основа? Я не знаю даже, есть ли у них основа. Мне кажется, у них нет основ под макияж. Супер шампунь какой? Ну, супер шампунь, не знаю. Я супер шампунь не знаю. В данный момент мне Дарья настраивается очень сильно шампунь. Ты разве картавишь? Слышите? Господи, вообще, если честно, обсуждать дикцию, это чуть-чуть нелепо. Вот, очень хороший макияж Доктор Бренд пишут. Знаете, я вас заблокирую. И вот что хочу сказать. Надеюсь, что... Сейчас, конечно, меня человек дико обидится, что я его заблокировал за то, что он, как он считает, пишет нормальные вещи. Я действительно ничего плохого не писала, но это неправильно продолжать гнуть свою линию, когда вам уже разно тонко пытаются намекнуть, что не хотят с вами продолжать диалог. Надо же тоже знать меру. К весам у меня сестра весы. Так. Казань. Привет, Казань. Крем для глаз Лаприли, я им пользуюсь. Кристалл линия, он от отеков и от синяков. От синяков он вообще не помогает, отеки действительно убирает. Тушью пользуюсь, но в данный момент у меня Max Factor, я уже говорила, так Armani Ice to Kill. Будь здоров. Ты отращиваешь волосы? Не могу сказать, что я прямо их отращиваю, но стричь не собираюсь. Но получается, что отращиваю. Екатеринбург, Якутск, мезотерапию не делаю. Занималась каким-нибудь спортом. Легкой атлетикой занималась, плаванием немножко, на танцы ходила тоже чуть-чуть. Так что профессионально или очень долго никаким спортом не занималась. Макс Фактор 2000 калорий. Любимое хобби. Вот я сейчас думаю вернуться к рисованию. Что-то мне захотелось порисовать. К подруге на день рождения. То есть что угодно. Я же не знаю, какого формата вечеринки, куда вы идете, одевайте так, чтобы вы были красивы и вам было комфортно. Шпионский мост не смотрела. Что почитать? Ну вот я не знаю, что изначально вы читали. Вообще классику всегда неплохо почитать. Просто я ее еще не все прочитала, читаю. Почему редко делаешь яркие стрелки на глазах? Я плохо рисую стрелки. Вот и весь секрет. Что любите смотреть по телевизору? Ну, такого, что я прям люблю, нету. Я TLC, вот TLC грешу иногда смотрю. Вечернего Урганта иногда смотрю. Танцы, ТНТ вообще не смотрю. Что вы сейчас читаете? Ну вот у меня Фиджеральд, «Успешный в крайней мере» лежит. Я его открыла, чуть-чуть почитала, и пока что было не до чтения. У меня есть такие периоды, когда прям берешь книгу и читаешь от начала до конца, бывает, что-то начинаешь и забрасываешь. Любимая носибельная вещь в гардеробе? Наверное, кожаные штаны и пальто. Поздно рассмотрю иногда. Вчера у него кто-то там был в гостях, но что-то мне не пошло. Не смогла смотреть. Тоже любите TLC, но там много чего интересного есть, что посмотреть. Дом 2 я смотрела, когда была там, не знаю, в школе. Вот. Да. Когда там еще был Степа Меньшиков, Алена Водяная, вот Боня, вот такой состав когда был. Ты смотришь Криги, ну как она тебе? Я видела ее ролики на YouTube, она мне хорошо, так что я смотрю, не могу сказать. Кто вдохновляет меня? Да все, что угодно, кто угодно. Так тоже тема обширная. Так, последнее, что меня вдохновило, можно подумать, это даже вспомнить не могу. Да я не знаю, в какой сфере, смотря. Про челку как отразить. Ну, у меня челка была изначально подстрижена так, что у меня была прямая линия, и вот тут такие какие-то прядочки чуть-чуть подлиннее. И вот зато, видите, то есть у меня и сейчас есть какие-то более длинные прядки, есть короткие. Все то, что вот эти длинные, они, ну, и, соответственно, они сильнее отрастают и легче ее укладывать. То есть, когда будете стричь челку, стригите ее заранее так, чтобы вам там было, если что, ее удобно отращивать. Кто для тебя идеал красоты?
Такого дела нет, но мне много разных актрис или моделей нравится. Ну, я вообще такая, люблю красоту во всех ее проявлениях. Мне вообще разные типажи нравятся, и разных национальностей девушки, то есть все что угодно. Про гардероб. Я согласна с тем, что, возможно, это видео было бы полезным, поскольку я в данный момент нахожусь сама в работе над своим гардеробом, то логичнее, чтобы это видео было, когда я его правильно составлю, и сама буду им довольна. В данный момент, поскольку я им не особо довольна, то и... А я уже приехала по месту назначения. Почему ты посещаешь церковь, если считаешь верующей? Ой. Это тоже отдельный разговор. Я посещаю церковь, я хожу и только в католическую.